свадьбу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть тактов перца форте. Затем форте, два такта только, и в три сразу пианиссимо. Большинство родителей прекрасно понимают и осознают, что если вдруг в семье не поют, то это очень плохо. Ведь песни и пение вообще само по себе, это не только то, что, скажем, как-то украшает, что ли, жизнь. Нет, это раскрывает жизнь. Пение раскрывает жизнь по-новому. Потому что, когда человек поет, это поет его душа. Душа запела, она раскрылась. Раскрылись в ней определенные поры. Такие, которые всегда бывают закрыты, к сожалению. А вот когда вдруг человек начинает петь, и когда эта душа становится все более и более изящной, более тонкой, более гибкой, и самое главное, более впитывающей, много больше, как губка, тогда вдруг она так наполняется, она так расширяется, что невольно и ребенок, и взрослый смотрит по-другому на жизнь. Он уже другими глазами смотрит. Моя мама была довольно известной плакальщицей в городе. И значит, а кто такие плакальщицы? Это те, кто имел хороший голос, слух, и которые могли сами импровизировать и что-то петь, как бы спасая тех людей, которые переживают. Им надо помогать было. И, конечно, им помогали плакальщицы, те, которые умели как-то вселить надежду людей. Поэтому, видимо, когда я попал в хоровое училище, я понял, что самый лучший инструмент музыкальный – это человеческий голос. Действительно, вся моя жизнь фактически связана с Московским хоровым училищем. Представляете себе, что я совсем маленьким мальчишкой в 45-м году, сразу после окончания войны, попал сюда учиться. Вот в своем родном маленьком городочке Бежецке я, так сказать, видимо, был как каким-то уже известным маленьким певцом, потому что везде выступал, и в школах, и в госпиталях, и перед взрослыми, перед детьми. И, в общем, вот учительница-педагог, вернее, пения в детском саду заметила мой голос. И когда узнала, что в Москве открыто Московское хоровое училище, сказала моей маме, чтобы мы поехали и попробовались. И я попал сразу на прием к Александру Васильевичу Свешникову. Он заставил меня спеть песню. Я пел, естественно, песни «Да только взрослые», «Не тревожь ты меня, не тревожь». Спел ему эту песню и был принят. Вот так я попал в Московское хоровое училище. А Московское хоровое училище открыл в 44-м году, за год до моего приезда в Москву, Александр Васильевич Свешников, наш выдающийся музыкант, который понимал, что традиция воспитания
через хоровое пение музыкантов, это очень важная русская традиция. Ведь в Москве у нас здесь существовал не только знаменитый синодальный хор, но и синодальное училище при нем, где как раз учились мальчишки. И когда после революции это училище перестало существовать, естественно, мы очень многое потеряли. И вот Александр Васильевич Свешников, хорошо понимая и зная, это сумел в 1944 году добиться, что решением нашего правительства была эта традиция восстановлена. В Москве и в Ленинграде открыли два хоровых училища. Вот таким образом опять вернулась та очень серьезная и нужная традиция. И вот я попал в 1945 году, в 1953 закончил училище, а затем в 1970 вернулся сюда уже как педагог. И с тех пор вот работаю в этом училище. Училище за это время изменилось, оно теперь уже стало не училищем хоровым просто. Это хоровое училище осталось, это как бы первое звено нашего учебного заведения, а теперь еще есть надстройка над ним, высшее звено, Академия хорового искусства, куда поступают не только наши воспитанники-мальчики, но и берем девушек со стороны, кто имеет музыкальное образование, среднее, специальное. И таким образом возможности наши теперь, естественно, сильно расширились. Мы часто выступаем полным составом, исполняя грандиозные сочинения, такие как Восьмую симфонию Малера, например, с Евгением Федоровичем Светлановым. Или с ним же исполняли недавно ораторию Листа «Христос». Я поступал в детское училище, меня там сразу приняли. Но я там почувствовал себя не так хорошо, как здесь. Когда я сюда поступил, мне сразу понравилось здесь. И сразу понял, что здесь очень отличные ребята, очень хорошее образование, хорошие учителя. У нас школа как одна большая семья получается. Виктор Сергеевич нас всех знает, то есть уже с первого курса он знает по именам наши возможности, вот, нам и помогает, и как бы поддерживает нас, за что ему огромное спасибо просто. Мне, в общем, честно говоря, очень повезло в жизни. Во-первых, вот я попал в хоровое училище, где работал Александр Васильевич Свешников, и вместе с ним работали замечательные педагоги, скажем, Николай Иванович Демьянов, воспитанник синодального училища, который фактически дневал-ночевал в хоровом училище и работал там. А затем мне повезло, я работал в детском хоре Института художественного воспитания детей, которым руководил Владислав Геннадьевич Соколов, так что и с ним я 7 лет поработал. А затем я работал в ансамбле песни и танцы Московского городского дворца пионеров и школьников. Этим ансамблем руководил Владимир Сергеевич Локтев. Так что представляете себе, сколько замечательных хормейстеров оказали огромное влияние на меня. И я счастлив тем, что, мне кажется, удалось что-то у них перенять. Это здание здесь, на речном вокзале, конечно, не приспособлено для хорового училища. Это обычная школа, причем без всякой звукоизоляции. Здесь нет помещений таких, чтобы ребята нормально могли отдыхать. Но мы стараемся сделать все возможное. А здесь наши мальчики живут, интернат. Постарались устроить, возможно, лучше. Конечно, еще далеко до хорошего, но, во всяком случае, все иногородние ребята, которые хотят у нас учиться, и москвичи, которые далеко живут, конечно, живут у нас, потому что работа у нас очень серьезная. Начинаются занятия с 9 утра и продолжаются до позднего вечера, потому что помимо общеобразовательных предметов все проходят еще музыкальные предметы, индивидуальные предметы, скажем, фортепиано, значит, или вокальное воспитание. Вот,
столовую стараемся держать хорошую. И хотя очень трудно, и все сложно, но у нас такие, в общем, преданные люди, что понимают, детям нужно отдавать все. Поэтому при очень скромных возможностях мы стараемся сделать так, чтобы ребята у нас хорошо себя здесь чувствовали. Действительно, процесс обучения и воспитания, он очень хорошо устроен у нас. Очень хорошо. Естественно, мы видим свои недостатки, стараемся их, так сказать, как-то исправлять и дальше двигать и развивать свое дело. Но, в принципе, найдена очень верная, точная система. И как жалко, что сейчас мы часто нарушаем то, что долго создавалось. Кажется, нам хочется так все сделать, как за границей. За граница хочет сделать так, как у нас. Когда они слышат наши хоровые коллективы, когда они слышат наших музыкантов, они хотят сделать так, как у нас. И поэтому мы должны, наоборот, держать такие учебные заведения. Не потому, что здесь я работаю. Я могу завтра уйти, и уже и возраст не такой молодой. Все, приходит время, когда надо других воспитывать, другие придут вместо меня. Но тут очень важно, чтобы понимали у нас, что такие традиции, они требуют развития, но и надо их обязательно поддерживать. Учебное заведение должно своим, так сказать, вот своими успехами завоевывать место и показывать, где хорошо, где по-настоящему. А у нас что получается? Наших педагогов всех переманивают, потому что как только дают два раза зарплату больше, естественно, приходят, мне говорят: Виктор Сергеевич, мы очень любим хоровое училище, но что нам делать? Жить-то надо. На ту зарплату, которую вы нам здесь платите, мы жить не можем. А некоторые педагоги не скроют вас. Не могут все равно бросить хоровое училище. Они так преданы этому, что они идут, торгуют книгами в переходах, для того, чтобы хоть что-то заработать, чтобы только не бросить работу у нас в нашем учебном заведении. Вот. Но это все такие неприятные вещи. А с другой стороны, я думаю, что ни один профессиональный коллектив так быстро не сможет овладеть музыкой на разных языках. У них изумительный слух. Они могут петь и по-итальянски, тут же поют по-немецки, тут переходят на испанский, тут же поют по-латыни и по-русски. Трагедия у нас сейчас серьезная. Наши ребята не могут петь. Они не пользуются своим самым дорогим голосом. У всех есть инструмент этот голос. И все должны петь, все должны уметь им пользоваться. Но не пользуются им, потому что нет у них своих песен. Все то, что раньше было необходимо, само собой приходило. В семьях, ведь радио, когда появилось, радио все время звучало, песни звучали по радио. Телевидение пошло, тоже песни звучали. Но самое главное, семья воспитывала. Бабушка была, которая пела колыбельные, пела какие-то другие народные песенки. Простые ребенок свою музыку народную слышал. Та, которая как слово приходит к нему сразу, с молоком матери, естественно. А сейчас маленьких ребят учат петь английские песни, американские, всякую такую. Ну, в общем, я не хочу даже ругать. Тут дело не в этом, тут нельзя ругаться. Просто не то совсем. Это не то. Ребенок не может сразу начинать читать, вдруг его в 2 года заставляют читать английские книги. Да еще сразу, скажем, Марк Твена, даже близкого к нему. Понимаете, нельзя, надо немножко подготовить к этому. Вот, чтобы подготовить, сначала надо подготовить через свою музыку. Не дразните собак.
Самое главное, чтобы ребята оставались ребятами. Вот они у нас такие хулиганы, вы даже не представляете себе. Вот оставить бы их, скажем, в спортзале, не будь там преподавателя, а у нас замечательный педагог, он умеет так их заинтересовать, но без него точно за 5 минут зал был бы разрушен по камушкам. Это точно совершенно. С ним вся энергия уходит в спорт. Я именно в хоровом училище научился играть в волейбол по-настоящему. И, в общем, хорошо делал это. Был уже, так сказать, так имел первый разряд по волейболу. Тогда это было довольно серьезное дело. Вот, играл в команде мастеров наука. Ну, за молодежный состав, естественно. Вот, затем я, естественно, увлекался очень плаванием. Вот, а сейчас для меня... Как только, если появляется вот возможность, мы едем в гастроли, я стараюсь, сам беру книги с собой и заставляю всех моих мужиков брать книги, и меняемся, и читаем. Слово само по себе, конечно, очень важно, многое раскрывает, но оказывается, вот сама музыка, сам тон, его ведь можно тоже так многократно одну и ту же ноту спеть, 1000 разных красок вложить в этот тон. И тогда вдруг человек понимает, ты в это время поешь одну ноту, а ты радуешься. А тут ты запел ноту, и у тебя слезы на глазах. Работа у нас действительно очень тяжелая, напряженная. Но, понимаете, дело все в том, что каждый ребенок понимает, когда результат есть работы, и когда он удовлетворен этим результатом, тогда весь труд становится для него легким и радостным. Вот, скажем, представляете себе, когда мы, скажем, вот только что я рассказывал вам о хамольной месте Баха, скажем, когда мы пели с Баршаем вот совсем недавно. Это сочинение «Вершина хоровой музыки». Вот чтобы это сочинение освоить, требуется огромное количество времени. Мы это сделали довольно быстро. Почему? Потому что, ну, во-первых, опыт есть, вот знания, а кроме того, желание ребят постигать как раз вот эти вершины вокального искусства. На концертах стояли всегда, как солдат у родного Кремля. И болела у всех голова, не забыть бы только песен слова. Говорят для папы и мам, всего важнее телеэкран, но покажут вот-вот-вот. Когда наш ребенок открывает рот, то есть поет. И сегодня в такой юбилей мы тряхнем стариною своей. Пожелать вам хотим долгих лет, новых конкурсов и новых побед. Пришли, не все забыв, детство нашего любимый коллектив. Для любого человека, для любого педагога, когда он работает, где бы он, с кем бы ни работал, с детьми, со взрослыми, он должен сам работать профессионально. Привлекать в свою профессию все, что может он, для того, чтобы раскрыть глаза другим шире и многообразнее. Поэтому, когда я, скажем, работаю в академии с ребятами, которые становятся профессионалами, и работаю с детьми, которые не будут профессионалами, для них музыка – это только увлечение. Для меня это совершенно не играет никакой роли. Я должен сделать так, чтобы ребенок как можно глубже познал смысл того, с чем он работает. Прежде всего, чтобы он научился трудиться. Я писал, царь и помощник,
мне даже интересно, сколько ты лет поешь у нас в младшей группе? Я пою в нашей группе уже 2 года. 2 года. Как тебя звать-то, скажи? Меня зовут Маша. Маша. А где ты учишься? В какой школе? Я учусь в школе 1178. А ты? Сколько лет уже? Я первый год здесь. Вот. Я учусь в школе номер 321. А ты сколько уже поешь? Ну, вот я здесь уже пою довольно большое время. Уже 5 лет целых. А тебе нравится? Да, ведь? Очень. С удовольствием ходишь, да? Да. Не пропускаешь занятия? Нет. А вот, по-моему, ты пропускаешь занятия. Да. Да? Почему? Ленивый? Почти. Почти. Как тебя звать? Скажи сам. Слава. Слава, представься сам. Скажи, сколько тебе лет, Слава? Мне 9. Сколько ты уже поешь в младшей группе? 2-й год. 2-й год. А ты сколько лет уже поешь в детской младшей группе? Я пою уже почти 3 года. 3 года, да? А что тебе нравится в пении? Когда ты сам поешь отдельно, как солист или в хоре? Мне нравится, когда я пою в хоре. Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке. Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке. Нам нужно было создать такой детский коллектив, который бы показывал ребятам пример, как может ребенок пользоваться своим голосом. И обязательно в этот момент, даже желательно было, чтобы ребенок не занимался специальной музыкой. А вот просто обычный мальчик или девочка, что они могут получить, если будут заниматься пением? И вот мы создали такой коллектив, в котором ребята приходили здесь, 3 раза в неделю занимались в старшей группе хора, скажем, или 2 раза в младшей группе хора, они постигали тайны музыкального искусства только здесь. И учились всему здесь. И как правильно вокально красиво петь. И как надо знать ноты. И как надо постигать музыкальную грамоту. Вот это все мы делали на наших занятиях. Ни в коем случае, чтобы ребята не занимались где-то дополнительно. А вот все, что здесь можно через хоровое пение получить, они получали. И мы в этом довольно быстро убедились, что правильно сделали, что не выбирали особо одаренных детей, а брали тех, у кого просто чистый голос и довольно приличный музыкальный слух. А таких детей большинство. Если долго-долго-долго, если долго по дорожке, если долго по тропинке, то потихоньку бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно-верно, то, возможно, можно-можно, можно в Африку прийти. Крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты, и зеленый попугай, и зеленый попугай. Было много желающих попасть в наш коллектив. И, естественно, очень много у нас появилось таких ребят, которые стали, я бы сказал так, по-современному звездами эстрады. Скажем, как Сережа Парамонов, как, скажем, Дима Голов, как Дима Машнин, как, скажем, первый солистка Большого театра Рита Сухангина. Вот это все те девочки и мальчики, которые получили широкую известность в нашей стране, потому что постоянно выступали в концертах, пели наши песни, которыми жила страна. И ребята шли в школу, слушали пионерскую «Зорьку», слышали песню и с этой песней шли в школу. И все пели песни наши. Вы знаете, так пришло к тому, что мы, когда ездили по стране выступать, то концерты фактически превращались в концерты по заявкам. Приходили публика в зал и требовали просто, чтобы мы пели то, что они знают. Они знали, естественно, наши песни прежде всего. Но мы пели не только песни. Мы пели и классическую музыку, и русскую, и западную. Фальшиво петь нельзя, как можно так безбожно врать, начнем опять.
того, чтобы вам было понятно, как трудно иногда бывало взять в зал, например. Потому что вот мы приехали, как я уже рассказывал, первая поездка у нас была на ударную комсомольскую стройку «Асин и Белый Яр». Приехали, а строили ее, конечно, не комсомольцы, а зэки. И вот попали мы в жуткое условие. Собралось полный зал, так скажем, это не зал, конечно, это барак такой, полный барак народу, и даже сцену сделали, и пианино было. Там, хоть оно и разбитое в основном, и, скажем, вместо клавиш, там писали нота до, ми и так далее написано. А я привез замечательного пианиста, который должен был исполнять сонаты Бетховена, потому что был год Бетховена. Но когда я сказал, что мы будем петь какие произведения, что будем петь и Глинку, и Чайковского, и будем петь наши песни, и вот пианист играет Бетховена, в ответ услышал полное неодобрение зала. В общем, начался шум, было трудно, но я тогда обратился в зал и сказал, а что бы вы хотели послушать? Вы знаете, они стали выкрикивать песни разные, в том числе в то время была, скажем, очень известная песня «Черный кот». Вот. И вдруг мои девочки мне говорят, Виктор Ильич, а какие проблемы? Пожалуйста, мы сейчас будем петь. И они подляля просто так сами, так как они могли любую песню разложить на 2-3 голоса, они начали петь эти песни. Через некоторое время поднялся один мужчина в зале и сказал, так, кто не хочет слушать, отсюда вон, а мы и Бетховена хотим послушать. И вы знаете что, концерт пошел, мы закончили на ура концерт. Правда, немножко испугавшись, шли обратно к вагону, потому что, как на девочек смотрели зэки, вы представляете себе. Значит, я, естественно, Валерий Петрович попросил идти первым, а сам шел последний. Уж думаю, что случится, так уж тут сам встану на защиту. Дошли до поезда, зашли туда, и скорее свет погасили, потому что ночью должны были уезжать обратно. Но не тут-то было. Вы даже не представляете себе. Вдруг смотрю, мне стало просто жутко. Идет огромная толпа в сторону нашего вагона. Я не знаю, что делать. Я говорю Валерию Петровичу, давай мы встанем около двери, уж, а всем быстро лечь, закрыться и вроде как спим. И вдруг вижу, первая идет женщина. Ни одной женщины я не видел до сих пор. И тут немножко мне как-то стало вроде полегчало, легче стало. И правда, подошли они, женщина стучит, мы открыли дверь, она говорит, Виктор Сергеевич, извините, пожалуйста, мы не успели вам вручить сувениры. Спасибо вам огромное, был замечательный концерт, вот вам на память. Клетка с зайцем, мешок кедровых орехов, всякие грамоты и так далее. Нужно, чтобы человек сначала захотел слушать. А когда он захочет, да, можно ему спеть все, что вы хотите. Вот такой у нас случай был, скажем, в Комсомольске на Амуре. Представляете себе, даем концерт, и вдруг гаснет свет. 40 минут нет электричества. Темнота в зале, что делать? И я стал петь произведения с детьми без сопровождения. А это в основном, естественно, классика, народные песни. И 40 минут пели, зал был мертвый совершенно. Мертвая тишина в зале стояла. И когда свет дали, зал разразился просто громом аплодисментов. Правда, с большим детским хором проехали всю нашу страну. Мы выступали и на Камчатке, и на Урале, и в Норильске, и в Архангельске. Выступали в Узбекистане, в Белоруссии, на Украине, в Армении. В общем,
Я думаю, что нет такого большого региона, где бы не выступал большой детский хор. Правда, наград было очень много, и сейчас я не вспомнишь, но самая большая награда, я вам скажу, какая для нас. Это когда наши композиторы, наши современные композиторы, такие как вот Александра Николаевна Пахмутова, как Томас Иосифович Карганов, как Владимир Ильич Рубин, как Олег Николаевич Хромушин, получали премии за свои произведения для детей на крупных международных конкурсах. И когда наши композиторы получали премии, то для меня это было самое большое счастье, потому что исполняли эти произведения обычно мы, наш хор. К нам приходили прежде всего эти композиторы. Ну, а кроме того, естественно, это и огромные фестивали, скажем, в Артеке или в Орленке. Забыть их невозможно. Мы тогда воспитывали не только друг друга и помогали друг другу, но воспитывали целые поколения детей. Потому что в Артеке собирались ребята со всех уголков страны, и не только нашей страны, но и из-за рубежа, и они все это видели и слышали. И тогда им становилось самим приятно, что они становились участниками таких грандиозных больших праздников. Не каждый выходит в солисты, но все ж на дороге любовь. Я слышу мотив вдохновенный и чистый, где действительно, в жизни, в общем, человек должен много испытать. И, видимо, чем больше испытаешь, тем становится потом как-то увереннее и крепче дальше. Вот мне, с одной стороны, как я говорил, очень везло, что всегда вокруг меня были очень хорошие люди, педагоги, учителя, просто товарищи, друзья. Но, так сказать, вот в чисто житейском плане вначале мне очень не повезло. Мне еще не было 10 дней, как я лишился отца, от туберкулеза умер. А потом, когда я поступил в хоровое училище, очень скоро я остался без матери. Мать тоже умерла у меня, когда мне было 13 лет. Я остался один совсем. У меня не было, естественно, ни братьев, ни сестер. И я должен был сам добиваться всего. Прежде всего, скажем, когда я поступил в консерваторию, я должен был одеть себя, пальто купить, ботинки купить, значит, я должен был работать. И несмотря на то, что я очень много работал, все-таки, видимо, знания в Московском хоровом училище полученные давали мне возможность спокойно учиться в консерватории. Я получал именные стипендии. Ипполита Иванова, Александровскую стипендию, и, наконец, Сталинскую 3 года получал. Это была большая стипендия, 780 рублей. Вот. И, кроме того, естественно, много работал. И поэтому, видимо, мне так удалось, в конце концов, и себя почувствовать уверенней, потому что, в общем, я сам как-то старался добиваться всего своими силами. К сожалению, оставалось очень мало времени на что-то другое. Но я скажу вам, мне так тоже опять повезло. В хоровом училище у нас был один папа. Сейчас его сын, известный звукорежиссер Шержуков, он работал в управлении культуры города Москвы. И мы имели возможность в субботу и воскресенье, каждую субботу и воскресенье, ходить в московские театры бесплатно. Нам выписывали такие пропуска, и мы ходили. И, конечно, на свободные места, скорее всего, это на ступеньках. Но вы представляете, сколько я видел и сколько я посмотрел. Я видел Морецкую и видел Мордвинова, скажем, в театре Моссовета. Как Мордвинов играл Отелло, как он играл Арбенина. Это целая эпоха. Понимаете? Скажем, я ходил и видел последний спектакль Добронравова, когда он умер прямо на сцене. Вы представляете себе? Потому что, или, скажем, театр оперетты произвел на меня совершенно неизгладимое впечатление. Я считаю, что для музыканта необходимо вот такой театр посещать. Потому что такие были великолепные актеры. Татьяна Бах, скажем, как сейчас помню. Или, скажем, Лебедева, изумительная актриса. Или, скажем, Ерон, естественно. Представляете себе? Все это я видел. Ходил все эти оперетты, смотрел и слушал с удовольствием. Поэтому театр для меня
играет огромную роль. Кроме того, конечно, естественно, я люблю читать. Вот тут жена права абсолютно. У меня изумительная жена, которая все на себя взяла в основном. Она занималась с детьми всю жизнь. И, к счастью, в общем, воспитали мы, кажется, неплохих двух сыновей. Вот. Один из них закончил физфак университета, другой закончил институт стран Азии и Африки. И представьте себе, что он учил китайский язык. Вот. А что касается детского хора тоже, когда видишь, вот как они приходят, как они начинают петь, как они любят песню, как они любят музыку, понимаешь, что ты счастливый человек. Это результат работы.